Анонс. И точно до выхода 3 и 4 серии нового сериала «Дело рук утопающих». 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 14 сентября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как в небольшом городе Новые Плавни вследствие аномально сильных и невероятно продолжительных дождей появляется угроза массового затопления. Проблемы усугубляются тем, что на местной гидроэлектростанции затянулся ремонт плотины, а на фабрике минеральных удобрений лежат на хранении ядовитые химикаты. Если все-таки плотину прорвет, то токсичные вещества попадут в воду. Местное население осознает всю глобальность вероятной трагедии, но не понимают, что можно предпринять. Жители города надеются, что их проблему решат высокопоставленные чиновники из области. Но обязательства складываются так, что становится очевидным – спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ни мэр, ни губернатор, ни их ближайшие помощники не в силах что-то здесь изменить. Двум горожанам придется переживать не только из-за природных и социальных катастроф. Их мучают еще и проблемы в личной жизни. Учительница Марина Коновалюк в далеком прошлом на свою беду поверила в искренность женатого мужчины. Это обернулось тем, что героиня втянута в большой скандал. Она становится главной подозреваемой в убийстве соперницы. К расследованию подключится полицейский Алексей Трященко, сосланный в провинцию за неугодность начальству. Напомним, 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 14 сентября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.